Ты идешь сниматься-то, нет? Да. Голая? Да. Голая пойдешь там? Да. Ага. Я тебя не выпущу так. Да. Одевай майку. Ну, как ходишь? Привет. Всем привет. Ну, мы тут бегаем голышом, жарище на улице. У меня салатик со сметанкой. Укроп мне порезала Вика. Она поела. И бедрышко. Я без ножа. Ну, как положено. Для моих идеальных зрителей. Вика съела ножку. А я, как всегда, сожру жопку. Это божественно. Это очень вкусно. Я больше не умею ничего делать. Кроме того, как жрать и чавкать. Да, мои идеальные зрители. Это же обалденно вкусно. Сегодня сорвали первые огурцы. Я вас люблю, мои идеальные зрители. Мне очень вкусно. Жаль, что я не умею разгрызать кости и жрать их целиком. Вот это еще не научилась. А так бы я удивила вас. Но буду учиться. Кстати, вот у нас виноград. Растет. Но он маленький. Большой не вырастает. А папка его нога срывает, вино ставит. Мне один пишет. Что я все жру, а люди голодают. И так вот. Стоит старушка, кормит батоном голубей. Ну, это вот как бы стихами идет, я не помню точно. Подходит к ней мужик. Ну, или мужчина, да, давайте будем культурными. Мужчина. И говорит, ишь ты какая. Ишь ты какая.
А в Африке дети голодают. А ты здесь хлебом бросаешься. На что он отвечает? До Африки батон я не докину. А кому надо, я помогаю. Но не всем дано это знать. И про мужиков пишут, мужика себе найти. Правильно одна написала, что я показываю лишь отрывки своей жизни. И сколько я жру в день. Я, может, на неделю вперед это все записываю. Вы же не знаете, правильно? Это все. Соцсети. Здесь жизнь нереальная. Поэтому а есть еще жизнь реальная. Она находится за камерой, а не на камеру. И уже сколько я раз повторяла, моя личная жизнь никого не должна интересовать. Обалденно вкусно. Кстати, раньше прям куры копченые продавались. Сейчас у нас нету такого. Ну, вот я купила, конечно, поешь. Так я в основном уже всегда курицу покупаю. Она у меня есть тоже в холодильнике. Но я сегодня сходила в магазин. Пришла уже на даче жара. Я не знаю, как в квартирах, что там творится. Пока все несла, что-то так устала. Вот только вечеру сейчас полила огород. И думаю, мы так перекусим. А, как вкусно. Прикинь, теляшка, да? Целая. Бедрышко, а не ляжка. Ну все. Я насытилась. Оставлю это кошкам. И вам, идеальным людям. Если что, вышлю. Все, все, всех люблю. Спасибо, девчонки, что у меня есть. Всех обняла. Делайте так. Живите, как я. Ваша Наташа. Пока-пока.